Недавно в Музее техники Богуслаева появилась экспозиция, посвященная герою Советского Союза, который погиб в Афганистане, Петру Рубану. Его фотографии, награды и личные вещи были предоставлены младшим братом прославленного летчика, работником вертолетного производства акционерного общества «Моторсич» Михаилом Шаповаловым. Когда его пригласили на открытие этого стенда, Михаил Васильевич был очень тронут. Мне очень понравилось. Я был просто, ну, не то что удивлен, а был шокирован. Это единственный такой стенд с внутренней подсветкой здесь в музее. Это первый такой стенд. И сразу бросается в глаза. Не знаю, вот первый день открытия здесь люди в основном возле него крутились, потому что, ну, он выглядит более современно, более так, не знаю, качественно по сравнению с другими стендами. Петр Рубан родился 11 июня 1950 года в селе Хильчичи на Сумщине. Затем с родителями он переехал в Запорожье. Во время учебы в металлургическом техникуме увлекся занятиями в аэроклубе. Затем была служба в армии и учеба в Черниговском высшем военном авиационном училище. Он старше меня на 14 лет, поэтому раньше, ну, я когда родился, у нас не было ни бабушки, ни дедушки, поэтому растил меня он. Яслей, накормить, обстирать такое. Это что... Конечно, да, потому что родители работали, поэтому растил меня он. И, ну, как он запомнился? Как старший брат, как он больше, чем старший брат. Он и как был, так и до сих пор для меня остается единственным авторитетом в жизни, который у меня, ну, он был и есть. У меня, если что-то происходит в жизни такое, ну, сомнения какие-то закрадываются, я всегда, ну, думаю, что бы мне сказал на это брат до сих пор. И как-то, ну, как будто столько лет и не прошло. Как будто вот мы расстались только вчера. В 70-е годы Петр Рубан служил в Прибалтийском военном округе, затем в группе советских войск Германии, а с июля 1982 года – Закавказском военном округе. Летом 1983 года майору Рубану было предложено возглавить авиационную эскадрилью Демократической Республики Афганистан. Он согласился без всяких колебаний. Это был 83-й год, это было только, ну, первые годы Афганистана, да. Это была одна из первых эскадрилий Су-25 штурмовиков, которая была отправлена в Афганистан. Их перевели с в ГДР они служили, в Германии тогда. Их перевели в Азербайджан, и мы уже знали, что их готовят в Афганистан тогда. Он еще ко мне заезжал тогда, это последний раз я его видел. Я курсантом был здесь, в Запорожье мы летали. Он буквально проездом был на пару дней. Заехал, ну так, мы с ним пообщались буквально полчасика, и он уехал. Это последняя наша встреча была. Петр Рубан был военным летчиком первого класса. Полетные задания выполнял на отлично. Цели поражал с первого захода. Летал смело и уверенно. В Афганистане выполнил 106 боевых вылетов. Вот личные вещи, вот начиная, у нас есть обычная линейка, ну это для использования, для расчетов на карте. Вот такие карты полетные. Здесь рисовались маршруты, зоны пилотажные, ну, запасные аэродромы. В общем, рабочая карта. Это НЛ-10, навигационная линейка. Для расчетов, тоже для расчета полета, то бишь для того, чтобы рассчитать маршрут полета по курсу с учетом угла сноса, там, высоты, скорости ветра и всего остального, угла разворота там. Ну, для точного выхода по времени в заданное место. Эскадрилья Петра Рубана была одной из лучших ВВС ограниченного контингента советских войск в Афганистане. Она принимала участие в Гератской, Баграмской и других военных операциях. Совершила более 1000 боевых вылетов. Это вообще-то наколенный планшет летчика. Он берется с собой в полет. Примерно выглядит вот так. Здесь записываются, вот так одевается на ногу, перестегивается. И в полете, когда вы сидите, вот он у вас перед глазами. При необходимости здесь у вас записаны ваши, ну, необходимые данные, маршрутные, запасных аэродромов. Если вам, ну, дополнительные какие-то вам нужные данные, вот, полет. Если вам необходимо что-то посчитать, срочно пересчитать, такая же линейка, только вот такая, круглая. Немножко по-другому считается, но принцип тот же. Та же самая НЛ-10, только в круглом виде.
Это высотно-компенсирующий костюм, предназначенный для полетов на сверхзвуковых скоростях и в стратосфере. К нему идет в комплекте, вы обычно, ну, может быть, видели эти фильмы про летчиков, вот на фотографии видно, есть ЗШ. А это ГШ, это гермошлеп, то бишь соединение идет полностью, он соединяется с костюмом и получается, если при разгерметизации самолета в стратосфере, ну то бишь хлопнул фонарь или еще что-то, костюм полностью сообщается с ГШ, вот здесь вот есть трубочки, вы видите, да, он раздувается и не дает перетекать крови, то бишь сжимает, создает давление плотное. Подгоняется он шнуровкой, вот такой, персонально по каждому. У каждого летчика свой костюм. Ну, он выдается сразу после окончания училища, и там со временем меняется. Подгоняет каждый персонально по себе. 16 января 1984 года, участвуя в очередной операции по уничтожению обнаруженной банды душманов, эскадрилья из 8 самолетов, ведомая Петром Рубаном, наносила массированный удар в районе населенного пункта Ургун. Командир эскадрильи первым выполнил атаку, однако на выходе из пикетирования самолет Су-25 получил повреждения от попадания ракеты и стал неуправляемым. Летчик катапультировался при большом угле крена и на малой высоте, что не обеспечило полное раскрытие парашюта. Су-25 подполковника Рубана стал первым штурмовиком, сбитым ракетой ПЗРК. Сообщили по военной связи где-то, ну, часов в 9 вечера, наверное, в тот же день. Поэтому я на следующий день уже, это я тогда служил под Москвой, в Калуге, ну, чтобы вы представляли себе расстояние. На следующий день я уже был у него в полку в Азербайджане с его семьей. Ну, мы ждали каких-то известий, когда, куда будут отправлять. Мы еще ничего не знали. Ни семья не знала, ни я не знал. А Таня там была одна с двумя маленькими детьми, можете себе представить, тоже в растерянности. Люди, конечно, и помогали. Ну, военные с военными, они все друг другу помогают. Но когда кто-то свой, поэтому оно как-то легче. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 мая 1984 года за мужество и героизм, проявленные при оказании интернациональной помощи Демократической Республике Афганистан, подполковнику Рубану Петру Васильевичу было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. Одна из первых наград – это за службу Родине в Вооруженных силах СССР третьей степени – он получил еще будучи старшим лейтенантом. То бишь это, понимаете, такие награды, ну, в таком звании, в таком молодом возрасте не каждому дают. То бишь человек заслужил. Он участвовал неоднократно в учениях, он еще, будучи старшим лейтенантом, уже был командиром звена. Ну, талантливый, я же вам говорю. Есть чему учиться. Имя героя Петра Рубана носит улица в Запорожье и средняя школа номер 62, в которой он учился. Также в его честь было названо морское судно, построенное в городе Николаеве. Так получилось, что летом 1989 года мы вместе с Михаилом Шаповаловым участвовали в поездке в Новороссийск, откуда в свой первый рейс отправлялся рыболовный супертраулер Петр Рубан. Для меня это было шоком. Меня еле отпустили. Я тогда служил на Кавказе, еле-еле отпустили. Конечно, у нас все-таки боевые дежурства были. Но я когда приехал, увидел вот это вот количество людей заинтересованных, ну, которые нам тогда выделили, как вы помните, да, автобус, нас возили, сколько, ну, была как турпоездка. Сколько людей, сколько внимания, как экипаж нас встречал. Ну, это просто, я когда сам увидел лайнер, я был просто в шоке. Ну, это незабываемое, просто незабываемое. Сегодня младший брат героя Советского Союза Петра Рубана, бывший летчик, хотя, как известно, бывших летчиков не бывает, Михаил Шаповалов, трудится в вертолетном цехе предприятия «Моторсич». Его любимое выражение еще с курсантских времен – «Кто небо глотнул хоть однажды, покоя уже не найдет». У нас цех был на аэродроме еще. Вот что такое для летчика запах сожженного керосина? Это родное, вот когда взлета, особенно когда там рядом мигремонт, когда испытательные полеты. Это все, это... Это все, это... Это жизнь.
А еще Михаил Шаповалов рассказал нам о том, что в 62-й школе, в которой они учились со старшим братом, также есть экспозиция, посвященная герою Советского Союза Петру Рубану. Семья брата, то бишь жена и его дети, внуки, учредили призовой фонд для лучших учеников выпускных классов школы, в которой учился брат, лицей 62, который. И каждый год в День памяти, вот 16 января, когда он погиб, в школе проводится День памяти, там, ну, мероприятие в актовом зале. И вручаем дипломы именные каждому ученику и денежные премии. Это все исходит от только членов семьи.